месте столицы Латвии Риги был разыгран чемпионат страны по буйному спорту. Эти соревнования по традиции проводятся в самом конце зимы. На ледяной поверхности Киш-озера в течение нескольких дней скользили более 60 буйров, этих своеобразных парусных судов на коньках. Дается старт буйрам с самыми большими парусами, 20 квадратных метров. Разрыв между лидерами невелик. Судьба первого места зависит от результатов заключительной гонки. Впервые участвует в чемпионате страны перворазрядник Виктор Дмитриев. На протяжении всей гонки его тщетно пытается опередить рижанин Иван Лазурко. Досафрис Дмитриев финиширует первым. Командное первенство завоевали спортсмены эстонского общества «Калев». Рижских любителей подледного лова не пугают никакие морозы. Кажется, клюет. Невиданный случай в рыболовной практике. В чем дело? Оказывается, здесь же, на Киш-озере, проходят занятия аквалангистов. Тренируются спортсмены морского клуба «ДОСАФ». Аквалангисты не теряют зря времени. Еще в зимнюю пору готовятся к летним соревнованиям по подводному плаванию.